Да, готова. Все купила. Ко всему готова. Угу. Хочешь в школу пойти? Хочу очень. Хочу увидеть одноклассников. Я по ним очень соскучилась. По учителям. Хочется их тоже увидеть. Совсем скоро наступит первый осенний праздник этого года – День знаний. 1 сентября ждут с нетерпением учащиеся, преподаватели и родители. Дети возвращаются в школу после летних каникул. У ребят появилось много новых впечатлений и новостей. Кто-то приобрел новых друзей. Учебные заведения также готовятся к приходу учеников. Проводятся ремонты помещений, приобретается новое оборудование. Директор школы номер 1 рассказывает, как проходит подготовка учреждения к началу учебного года. Наша школа вновь откроет двери для учащихся. За лето была проделана большая работа. Во-первых, проведены ремонтные работы, покрашены стены, пол в коридорах, в классах, отремонтирована столовая. В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования нам поставлено оборудование для столовой, новое оборудование, и для медицинского кабинета. Также учащиеся первых-трех классов получат учебники. Ну и еще ожидаем поставку оборудования для спортивного зала. А сколько учащихся будут учиться в этом году? В этом году у нас на дневном отделении 433 учащихся и 40 человек на вечернем отделении. Готова к школе? Да, я к школе готова, уже все подготовила. Угу. Хочешь учиться? Да, я очень хочу уже в школу пойти, потому что новый учебный год, там, ну, я получу много новых знаний, увижусь со своими друзьями, любимыми учителями, я по ним очень соскучилась.